Всем привет! Разбираем shoulder mount хватом твистер. При выполнении этого элемента важно понять, как именно работает корпус. Начните лежа на полу, это лучшее подводящее упражнение. Тяните себя вверх рукой и от спины выталкивайте бедра максимально вверх. Если вы не поднимете бедра вверх, а просто уведете ноги в складку, вы не включите корпус в работу. Не заваливайте ноги к полу, держите их 90 градусов относительно корпуса. Постановка рук. Плечи на одном уровне, не уводите одно плечо вверх. Начинайте с напряженным прессом, не прогибайте поясницу. Не делайте диагональный замах ногой, не цепляйтесь ногой за пилон. При выполнении элемента должна работать спина, а не ноги. При сходе не спрыгивайте через поясницу, а сгибайте колени к животу. При верном выполнении элемента в дальнейшем вы легко освоите сложные перехваты из шолдера. Всем отличных тренировок! Пока!